Добрый день. Алло, добрый день. Как вас зовут? Валентина. Очень приятно, Валя. Расскажите о себе. Я купила... Ну, о себе расскажите вкратце. Вот, кто вы? Я вообще молодая женщина. Сколько вам лет? 54 года. Молодая, согласен. А вот что вы делаете? Работаете? Я вообще инвалид первой группы. Пускай такая молодая, но мне было очень много проблем. Я купила аппарат и 2,5 года уже. Да. Проблема, ну, в ногах я не хожу, мне муж вот возит на работу, на коляске. Ну, я и не унываю, все нормально. Но мне очень много помогла эта вода. Так. Во-первых, давление снизилось. Во-вторых, у меня проблема так с ногами. Но кожа ужасна. Сколько я кремов перепробовала, ничего не помогало. А вот мертвой водой, живой водой, слава богу, вот у меня уже кожа как у младенца стала. Были синие-синие, это просто не передать. А левая нога у меня вообще была, я ходила по хирургам, по врачам, была, ну, как камень. Я не знаю, почему врачи сами не знали, что и почему это. И у меня вот за 2,5 года рассосали вот это все, это, ну, нога жила как бы. Это просто вот фантастика, наверное. Это жалко, что надо было мне страфировать все это, прийти к вам, но я не могу просто приехать, это что, инвалид. Потом хотела еще сказать, что вес бросила 10 килограмм. Вот я не ходячая, но бросила как-то, я даже интересно для себя. 2 года мы с мужем не простываем. Мы начинали воду пить, вот я начинала, у меня высокое давление, а мужа низкое. Ну, я начала с 8, сейчас 8,8. И вот я хочу 24 числа, я пойду, мне была щитовидка маленькая, потом проверить желудок, там камни были. И вот я хочу проверить, а потом вам если что, перезвоню, как что. Ну, чувствую себя просто великолепно. Оптимизма просто вот хочется, я сама, мне маленькая... предприятие, ну, как я сама в маленький магазинчик овощами торгую, и люди приходят и удивляются, что так много энергии. Я говорю, приходите почаще покупать, мне будет много энергии, вам будут передавать то же самое. Так, в общем, я благодарю вас, что вы хорошее дело делаете, и спасибо большое всем и радиослушателям, и вам за хорошее дело. Доброе утро. Доброе утро. Алло. Здравствуйте. Я вот хотел бы поделиться тоже своими наблюдениями. Вот у меня мама довольно пожилого возраста. У нее травма ноги произошла. И уже, ну, потом она зажила, конечно. Но остался такое черное пятно. Это уже целый год оно было таким. Но я решил взять это щелочной водичкой. 9,2. Сделал, приложил и... ну, замотал ватный тампон. И она побыла, эта салфетка, где-то 2 суток. Я просто смачивал через марлю, да? И что вы думаете, каково было мое удивление, когда я снял через 2 суток? Так кожа приобрела нормальный здоровый вид. То есть кожа ожила. Она была черная, абсолютно черного цвета. И стала нормальной, как цвет кожи. Это же совсем другое дело. Ну, а как еще применяете водичку? Ну, кроме того, что пьете. Готовите? Пьем, конечно. Ну, а скепсис, вот, когда покупали, был? Что вы говорите? Скепсис, вот, скепсис. Вот, вот сейчас вот вы на примере, нет. Да. Скепсиса у меня не было. А почему? Я давно почему? Занимался. А. Потому что я давно, у меня свой прибор был самодельный. Да. Но потом это не дело, да. И там электроды разрушались, эти угольные. Постоянно фильтровать надо было и так далее. Когда я узнал, что такой прибор есть автоматический, я сразу же это приобрел. И еще, знаете, такой случай был на даче были. Там у нас это смородина растет. И вот напали такие гусенички какие-то зелененькие, небольшие. Прям усыпано было все. Облепили и сожрали половину листьев. Я сделал воду серебряную на кислотной основе, да, на основе кислотной воды посеребрил максимально 35 миллиграмм. И опрыскал с пульверизатора. Все, куда-то делись.
Наверное, все осыпались. А смородина-то осталась, а вот самое главное? Да, нет, смородина, это все в порядке? Снова листья отросли и урожай собрал. Слушайте, ну здорово. То есть вы применяете и в быту, можно сказать, и в сельском хозяйстве. В принципе, как и написано в рекомендациях. Это просто спасение, так сказать. Чудодейственное такое действие воды. Просто, я не знаю, незаменимые. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Нина. Здравствуйте, Нина. Ну, расскажите вкратце о себе. Что и как? Ну что, я водичку, прибор купила в октябре месяце. Вот. Ну, я с этим аппаратом знакома давно. Я еще ходила, слушала лекции тоже и пила водичку. Ну вот, потом купили дети мои этот аппаратик. Вот. Ну, я как пенсионерка, знаете, денег нету, оттягивала. А потом, так как эти болячки уже в таком возрасте, пришла и купила себе аппарат. Это сначала дети говорят, мы будем тебе приносить. Ну, как, знаете, то они дома, то меня дома нету. Ну, как-то так неудобно было. Ну, вот, и я купила этот аппаратик, вот, пью водичку потихоньку. Ну, не жалеете о приобретении-то на самом-то деле? Ну, нет, не жалею. Я и вот руки держу в этой водичке, и горло полощу, и умываюсь, и нос закапываю. И вот интересно то, что вот когда чуть-чуть воспаление в носу, да? Да. Тогда щипит она, водичка эта. А когда здоровое все там, она не щипит. Потому что война идет с бактериями, естественно, щипит. Реакция ну, да, есть, с бактериями. Да. Вот поэтому, кто там сомневается, что это действительно действует. И у меня дочь заболела, вот ангина у нее. И я говорю, возьми пополощи горло, не надо антибиотики никакие пить. Ну вот, она пополоскала это горло и говорит, мам, ну действительно хорошо. Алло. Да, слушаем вас. Так, выключу. Здравствуйте, меня зовут Вадим. 47 лет, 2 года назад купил ионизатор у вас. Да. До этого прекрасно себя чувствовал. Сейчас прекрасно себя чувствую. Большое вам спасибо. Жалко только, что вы лет 10 назад не стали торговать этими аппаратами. Ну, а вы купили, вы знали о чем-то вообще? Или вы купили просто, вот сказали, что хороший прибор, и вы купили? Вот как было, сам факт покупки? Нет, знаете, я как бы лет 20 так занимаюсь сам по себе здоровым образом жизни. Ну, стараюсь, да? Ну, как бы не стараюсь, не пью, не курю. А бросил курить, пить 20 лет назад. Да. Ну, выпивать, скажем так, алкоголь вообще не пью. Так. Не курю. Ну, там читал книжки, Малахова все эти, знаете, там, да. Туда-сюда. Что-то пробовал, что-то... И как только вот по радио вас услышал, водителем работу услышал, сразу приехал и купил. Не думая ни о чем там. Что-то такое подсказало, что вот оно. Потому что все время покупал бутылки в магазинах и знал, в принципе, что они как бы вредные. Ну, информация, знаете, так. Но они были вроде... Ну, эта вода все-таки чувствуется такая мягкая, да, как бы в бутылках. Ну, да. Ранее было. Но так пил, ну, заменить-то нечем было. И как только услышал про ваши приборы, сразу купил. Считаю, вот я 2 года не ношу теперь эти бутылки с магазина, и сколько я сэкономил, я не знаю, там 3 аппарата таких можно. А, добрый день. Добрый день. Зовут меня Майя. Очень приятно. Мне 88 лет всего. Так, хорошее начало, да, рассказывайте. Да. Начало замечательное. Дело в том, что, может быть, даже это благодаря вашей чудесной водичке. Я ее пью больше 2 лет. Как только услышала, сразу пошла и заказала, мне привезли, показали и с удовольствием пью. Результаты есть. Во-первых, снизилось давление, но не сразу. Где-то, наверное, 1,5 года прошло. Вот, и это великое дело, потому что пила таблетки много-много лет. И исчезла изжога. Всякие мелкие порезы, ожоги. Все это лечу кислотной водой.
Потом на огороде пригрела котенка. И через какое-то время, смотрю, на ногах появились какие-то, знаете, болячки. Побежала с радостью, попасть к врачу нельзя, к профессору. Профессору 20 латов, а так 3 лата, но надо ждать. Ходила и туда, и сюда. Выписывали мне лекарства. 15 граммов, 5 латов. А сколько надо на две ноги? В общем, денег угробила очень много. А тут послушала вашу передачу, кислотная вода. Думаю, дай-ка я попробую, у меня-то она есть. И вы знаете, стала прикладывать, смотрю, все меньше и меньше, а в один прекрасный день все хорошо. Белые, чистые ноги. Я не знаю, как благодарить вас. Потом эти простуды всякие, знаете, откроешь окно, сквозняки, смотришь, уже заложила нос, пошел, промыл там все это. Вы знаете, такая чудесная вода. И если люди говорят, что у них нет денег, это неправда. Не то, что неправда, может, оно и правда, но вода лжи. Ну, я не знаю, купи этот аппарат, потом рассчитаешься, тем более есть у вас там всякие скидки, и вы сами даете рассрочку, и как угодно, но надо купить и не терять время. Чем раньше начнете лечиться, тем больше результата, тем будет лучше. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Очень хороший. Николай из Елгава. Здравствуйте, Николай. Вода очень хорошая, да. Мне много чего помогло. И сейчас последнее, что от меня. Я вчера был в поликлинике, да. Перед этим я сдавал анализы. У меня был плохой АЛАТ-АСАТ. Это анализ печени, да. Да. Было выше 100. Вчера я получил ответ, да. Даже ниже допустимого значения. Пью воду 9-0. Вот как начал 9-0, это все нормализовалось. И в поликлинике еще отругали. Говорит, что очень редко врачей посещаю. Я говорю, ну не надо просто. Вот. И врачам объяснял про эти воды. Но как-то они все-таки скептически к этому. Ну да, мы слышали, ну надо. Я говорю, вам дам телефон, и вам за даром дают там, пробовать там и все там. Я просто думаю, если они начнут пользоваться, они без работы останутся. Ну, вы, Николай, очень правильно поступили, конечно, что сдали анализы, следите за изменением. Молодец. И вот наглядно видите, как вода действительно действует. Не очень. У меня, я уже до этого звонил, да, подагра, это вот урин скабы в крови, да, упало ноль, да, нормально, да. Ну, про давление вообще не будем говорить, да вообще ощущение лучше, да. Ходить сейчас, ну, как-то, ну, как шофер, всю жизнь это самое, вида проводишь. А сейчас я могу и движется, и все, вес упал тоже. Жить, вот когда видишь результат, да, так казалось, мне уже 59 лет, да, и казалось, что, ну, такая там болячка, такая. Там вчера зрение проверяю, как у космонавта, говорит. Ну, супер. Алло. Добрый день. Да, добрый день. Если можно, радио. Не первый раз. Выключите. Значит, что я хочу сказать, что недавно было со мной. По-моему... Я подцепила вирус. У меня началось жуткая рвота и понос. И все меня напугало, что у меня из горла шла чернота. Просто ужас. И, в общем, я так мучилась. Ну, в общем, 2 дня. Первый день жутко было. А потом сразу мы, конечно, стали пить эту кислотную воду, простую воду. И потом у нас оставалось серебряное. Вот я так думаю, больше я ничего, ничем не лечилась. Вот только вода, вот эта вот живая, серебряной разведенной живой водой, мертвая вода, меня восстановила. Через 2 дня у меня хоть этот процесс, вот этот очищение прекратился. Конечно, я не могла есть где-то 3 дня, я не могла на еду вообще смотреть. Слабость была жуткая, я прям аж падала, головокружение, то-се, и пила все время воду.
Вот это я вот хотела сказать, чтобы люди знали. И все, что я знаю на себе. А, во-первых, вот эти, как это, плечи потом у меня очень ныли, болели. Я стала себе делать компрессоры из этой самой, из кислотной воды. Представьте себе, мне стало тоже намного лучше. Намного лучше. То есть руку было не поднять. Вот так поднимать чуть повыше, и вот уже рука падает, потому что боль в плечах. Я всем своим знакомым... Абсолютно. Вчера соседку вот встретила, она говорит, да, вот я иногда слушаю про этот аппарат, а может это все наколки. Во многое не верят, бесплатно дают, пробуйте, попробуйте. Я говорю, а потом у меня с дочерью какой был, так сказать, она говорит, никаких аппаратов туда-сюда. Я говорю, мы же ничего не теряем, мы берем аппарат, месяц, говорю, мы его пользуем, а потом не получится, так мы сдадим. Абсолютно спокойно, да. А потом, когда да. у меня операция была на ноге, я вам это уже рассказывала, стопы пришлось менять, там инфекцию занесли. Если бы у нас каждая перевязка, я забыла, но стоила сумасшедшие деньги. А потом серебряная, и тут мы как раз взяли, да, и серебряную воду стали эти раны вот это заживлять. Замечательно. Так что вот и всем рассказываю, вот кого встречаю, говорю, давайте, берите. Мы уже вот больше года. Как ваша дочь вот сейчас и... относится к прибору? Ой, она меня каждый день постоянно... Мама, ну какая ты молодец, что ты настояла. Ну какая... Если мне аппарат, у нас вообще не знаю, что бы мы вообще делали. Мы бы вообще остались без штанов, грубо говоря. Она просто в восторге. О чем вы говорите? Вот так вот, вот мы... такой вот. Я вам уже, я вам когда звонила, помните, я вам про мурашей рассказывала, как они все погибли, когда мы приехали, это самое, да. В Болгарию, да, там их было полное гостиница, и мы как все разложили, тряпочки с кислотной водой, ни один к нам не залез в чемодан. Все отлично. И когда это самое, голова бывает, кстати, вот сильно вдруг чего-то такое схватит, я повязочку с кислотной водой тоже помогает. А про простуду вообще не говорю. Насколько сразу промоешь горло, нос, все, и уже встаешь как огурец. Вот все, спасибо вам огромное, спасибо огромное.